Друзья, всем привет! Значит, команда Люксвилл сегодня по приглашению Дрогина и Камуры прибыла на, как ты сказал, Макс, это, кстати, Макс ВСС, да? Макс? Ну, да, так меня в интернете зовут. Да, значит, ребят, история следующая. Сейчас будем делать, ну, не мы, мы снимем, покажем. Макс будет делать на Якомуре, на Ультре заявку в Гиннесса или просто... Рекорд мира. Гиннес. Рекорд мира. Гиннесс – это отдельная фирма, такая же, как и мы. Ага, это отдельная книга. Мы главные... Нет, это все они, все фирмы, короче, у них там своя движуха. Тут уже не важно как, просто Гиннесса стоит 1 200 000 заявка, а мы подадим чуть-чуть дешевле, но по факту это будет то же самое, просто рекорд. То есть, короче говоря, сейчас Макс проедет сколько сможет, ориентировочно должен проехать где-то больше километра, и, соответственно, заявка уйдет туда. Потом приедут, если все как бы срастется, приедут важные люди с блокнотами, с камерами, и будет уже официальный рекорд. Правильно? Будет еще один заезд? Нет, мы сейчас делаем сразу заявку. А, они то есть сразу все, короче, принимают. Сейчас прям снимают если, заявку, да? Да, если у нас сейчас что-то получается, короче, вот если реально прям мы снимем с нескольких камер, да, так. Если все получится, так. Они через 3 дня присылают просто медаль. То вы в рекорде. И новости там. Слушай, а такой вопрос нас волновал, я думаю, людей тоже будет волновать. У тебя сколько попыток? Сколько угодно, снимаем самую удачную и отправляем? Ну, вообще, да, нужно снять самую удачную, но вот эта сама вот эта вот тема на вилле, когда ты едешь, это равносильно тому, что ты висишь на турнике вот так вот. Ага. И это нагрузка. И я рассчитываю с первой попытки сделать. Потому что вторая, естественно, я уже выдохнусь. И, ну и самокат тоже. Надо. Ладно, да. Сейчас смотри, вот подработчиком быстро пробежимся. Я смотрю, у тебя тут специально ты сделал подножку такую, да, себе упор. Это для комфорта. На самом деле я без нее все время тренировался. Но в последнюю неделю я решил экспериментировать. И да, она угол держит более комфортно. Вообще в идеале, знаешь, в идеале сюда такое кресло поставить. И вот в Америке так делали, на велосипеде ставили рекорд мира. Типа ты такой туда либо коленкой оперся, либо как-то сесть можно, да? Да, есть рекорд мира на велосипеде 30 километров. Ага, вот там чувак, короче, у него прям кресло здесь такое было. Сидел такой на кресле ехал. Да, но это трэш, это трэш. Слушай, вот я впервые вижу крылья, я вижу, что ты мог сделать еще лучше, но впервые нормальные крылья. Это алюминий, да? Это я руками загибался. Обалдеть, но это алюминий. Да. То есть если их сделать черного цвета. Но я и не покрасил еще, я буквально... Да, то есть если сделать черного цвета, чуть-чуть вот здесь аккуратнее сделать и кончики как-то обрезать, блин, будет нормально смотреться, я думаю, и спереди смотреться, Сань, тоже покажи, пожалуйста, ребята, смотри. То есть это впервые не выглядит, как вы взяли бабушкин ковер из ванны и сюда вот повесили, ну, как нормально выглядит. Слушай, вот я смотрю, у тебя такие, значит, защиты тут для грипсов, да, и для рук, соответственно. Это от дождя, но они продаются на Алиэкспрессе, но я сделал свои. Вот, а это от мотика, это подогрев. У тебя с подогревом, да? Да, они греют. Блин, можно, да, потрогать? Обалдеть, ребята, как будто свои яички трогаешь на морозе. Обалдеть! Этого нам не хватало, да? Да, вот этого по катушках не хватало. Знаешь, что я тебе еще скажу? Я еще заказал стельки с подогревом. У меня сейчас пауэрбанк в кармане, и, короче, стельки греют. А еще штаны с печками. С подогревом. Да, и куртка на газу. Это блин, ну нет, ну вообще своем. Круто, на самом деле молодец. И коврик у тебя, наверное, это, какой-нибудь вот антискользяшка, да? Нет, это коврик обычный, фитнес. Я купил, короче, большой, и просто его можно нарезать. Видишь, он испортился, их меняешь. Он, короче, не дает замерзнуть ногам. Ты когда на морозе стоишь на железе, у тебя ноги мерзнут. Да, вот, ребят, лайфхак. Вообще, вообще не мерзнут. Еще вот у тебя, я, ну, помимо вот твоих тех самых всех фич, это датчик, насколько я помню из видео Димона. Вот, я был одним из тех 120 человек, кто посмотрел. Димон, привет. Это температурный датчик, насколько я помню, тормозной системы, да? На тормоз я прилепил. На задний. Все, да. Потому что он обычно перегревался. Во, ребят, и, короче, тормоза нут или над? Без разницы. Без разницы, да. Потекли? Почему, думаешь? Потому что закипели и не выдержали резинки? Мне кажется, я их слишком сильно давил, поэтому. Ну, короче... Блин, короче, знаешь, даже брендовые хорошие тормоза имеют какой-то запас прочности. Вот, я думаю, так. Ну, знаешь, родные потекли после 100 километров, поэтому у них запас получается... Намного больше. Ну, в 10 раз, да. Слушай, ну, круто. Мне действительно нравятся твои крылья. Это не выглядит как-то убого, это выглядит вполне такой, знаешь, как этот самый... Есть же вот этот броненосец, да, жук? Вот такая история.
чуть-чуть, может быть, я еще расскажу, облагородил бы, да, ну, как, ну, понятно, ты это делал все вот руками, но если это сделать чуть-чуть, вот, облагородить, здесь вот сделать вырезку, может быть, какой-то стопачок красивый, светодиодный такой, ну, знаешь, да, тоже да. Плоский, вообще будет. И, кстати, про кресло это круто, тут такой бах. Да. Главное, чтобы со спины. Движение такое есть по дороге, типа, куришь еще такой на людей смотришь. Помнишь этот видос, где мужик едет, пивас там на колесе пьет? И так 90 летит, и потом херак. Не, не помню такого видоса. Есть у нас в группе была в самокатчиках Люксвилл. Поэтому, если ты еще не подписан в нашу WhatsApp-группу в самокатчиках, у нас там прикольные видосы есть. Скажи вот. Еще, что сейчас минус 10. Ну, смотри, армяне идут. Ну, как минимум, один слева. Вот, вот покажи их. Прямо одет, как армяне. Димон. Здорово, парень. Мы тут Максу уже поспрашивали. Да. Сейчас пристанем к тебе. Давай. Где эти многочисленные камеры и официальные лица, которые скажут, вы в книге рекордов мира? Значит, сначала, я думаю, надо поставить книгу рекордов мира, да, этот рекорд, а потом уже будет и СМИ, и все остальное, потому что пока что об этом никто не знает. Процесс регистрации, он достаточно трудоемкий, то есть Безумный Макс все это дело пошлет. Ладно, ладно, извини, перебью. Сейчас ребята уже хотят другое услышать. Сколько бабок отвалили? За что, за рекорд мира? За, да. Это бесценно, парни, какие бабки, о чем вы говорите? То есть нету такого, что Моргенштерн, там баба это года, а у нас... У нас только люди будут дрочить, ребят, черт. Ну, я надеюсь, без самокатов это происходит. Якомура, нет? Якомура там ни при чем. Это тут вообще. А то вдруг ты снимал. Вообще ни при чем. Ну, отлично. Отлично. Значит, тогда, получается, суммы нам не раскрыли, друзья. Сколько Якомура хочет занести или занесла за рекорд мира. Но Макс сказал, что рекорд Гиннесса стоит лям 200. Ну да, я знаю. Слушай. То есть здесь 600. Рекорд мира это... Зная тебя, 600. Рекорд мира такая крутая штука, что ты представляешь, где-то потом в Бангкоке, может быть, кто-нибудь перебьет его, да, или будет стараться, или там в Бразилии. То есть это гладко на весь мир, то есть это реально как бы крутая вещь. Когда я позвонил в журнал «Авторевью» и об этом сообщил, они говорят, да, давайте, ребята, вы это дело все ставьте, угу. А потом уже в хорошую погоду, может быть, даже летом, сюда снимем уже, как это было, что, ну... Что реально это говорит, офигеть, как ну, на заднем колесе проехать на самокате больше километра, это капец. Мы-то понимаем, что это действительно тоже круто. Но ты видел, у него ручка с подогревом? Я видел, конечно. Я обратил внимание еще на прошлое. По большому счету, можно, знаешь, как лицо прислонить. Погреться. Потом, знаешь, так, опа, спиной. Ну, а потом самокат уже лежишь, ты сидишь на ручке. А я не думал сделать деку с подогревом? Ну как, вот ездит? Зачем? Пол с подогревом. А у тебя стельки, да, с подогревом. А что, было бы круто, если бы Якомура сделал, знаешь, деку с подогревом. Деку с подогревом. Как пол с подогревом в доме, и здесь плитка такая лежит с подогревом. Жрет очень много. 10 ампер часов, пауэрбанк за 4 часа улетает на стельку. Офигеть. Ну что, начнем? Да, я думаю, это самое. Чего ждать? Давайте начинать. Нет, нет, да начнется же... Ну а мы начинаем. Да начнется же действо! Успешная сейчас пытка. Димон сейчас создаст аварию, не уедет налево. Просто нам из окна смысла нет снимать даже. А мы не достанем, да, Димон едет. Параллель снимает. Покомментируй что-нибудь, все. А что комментировать? Вот мы с вами видим, как Макс-Сергей пытается, значит, вот стояпа! Блин, ребята, здесь, конечно, нельзя нам такое творить, я вам честно скажу. Я бам! Так что, если что,
Итак, друзья, сегодня на Кутузовском проспекте очередной заезд показывает нам, что таксист, смотри тут. Да. Поехали, поехали. Ой, это весело. Опа. Я думаю, в принципе, можно расходиться. Не-не, мы надеемся, все-таки, блин, человек тренировался, все у него получится. Чего-то нет. Потому что место не то, он хотел ровную дорогу. А что вообще под горку идет? Ну. Сзади таксо едет. Саня зря ушел с автобуски. Не понимаю там, что мы снимаем рекорд мира. Ну, мне кажется, рекорд мира сегодня не получится. Подожди, подожди. Он сейчас натяг. Видишь, он ногой раз-раз и пошел. Опять, как только начинает падать, он ногой себе раз-раз, по воздуху толкается, самокатчик. Раптор ТВ, короче, мешает всей этой теме. На Минскую улицу. Да, мы видим, видим. Значит, видео на Кутузовском неудачно оказалось. Ага. Сань, перебрались мы в парк. Я у тебя попью. Перебрались мы в парк. Вот. И сейчас будем в парке, значит, тут такая большая прямая. Сейчас будем здесь пробовать. Как раз звонят сейчас. Алло. Нихао! Нихао! Короче, мировой рекорд просто так не дается, друзья мои. Это вам не в тапке, так сказать. Ага. Посмотреть. Пробуем, пробуем. А мы пока жрем. Пока ребята ездят, пробуют. У нас, смотрите, тут грильдог, гамбургеры, бургеры. Смотри, бургер ролл. Сейчас будем рекорд мира ставить, как вот капучино, Женек 4 штуки подряд выпивает. Без рук, вот так. По-китайски. Это что-то сейчас вот тут вот пока. Я когда сзади стою. Как ты услышал вот это, ты сразу такой. Я услышал без рук. Без рук и вот это вот. Это что-то значит. Да, я предлагаю, значит, отметить нам конец года, все вместе собраться с самокатчиками. Ну, и шашлык вот пожарить прям, там. Да, вот здесь. По деревьям полазить. Ну, все русские традиции, короче, что есть, снежки поиграть там. А Женек говорит сразу. А выпивка-то будет? На Аку едем. Слышишь, на Аку едем. На Аку едем. Говорит, у меня там домик есть, ФСБ, все. Все с полицией связано. На Аку сразу едем. Ну, поехали на Аку, что? Поехали. А повар есть? Кто будет повар? У нас в подписчиках есть кто-то, нас хотел нам жарить. Да, точно. Да? Константин, мы тебя ждем. Вот так вот, Константин, приезжай на корпоратив. Хоть видео не получилось про мировой рекорд, но зато хоть поболтали, да? Зато хоть на корпоративе мы встретимся. Да, пожалуйста, сахар, можно? Там как это, компания Никамура будет корпоратив для Люксин устраивать? Ну как? Ты разговаривал с Саньком? Как обычно, что для тебя шест поставим. А, и что я буду делать? На шесте? Танцы. С кем, я один буду, что ли? Нет, я думаю, вы должны... Уважаемые подписчики, на публику будет. Если таковые у нас есть. Слушайте, ребят, тут вот два блогера уже собрались, один третий где-то катается. И это вы без алкоголя еще. Да, надо еще Лене предложить точно. И все, и хватит. Да? Хватит, да, троих? Ну, троих хватит тогда. Корпоратив, ребят, заказывайте три блогера, сколько от вас? Да мы просто так в компанию приедем пошутить. Пишите в комментариях, куда я адреса. Что, сделал? Вот, короче, вот до сюда мы доехали от самого начала. Сколько? Ну, 1,3 вроде. 1,4. 1,4, нихуя! Вот и рекорд вам, ребята. Мы в книге рекордов мира. Скоро будем, точно. Теперь что, отсылаем видео? По-любому, по-любому. Теперь смотри, мне надо все видео прислать. И, короче, для них нужно, чтобы... Не обрезано вообще было. Я, получается, просто вырежу сок с экраном, может быть, а может и нет. Ну, посмотрим там. Короче, ну, я уже отправлял им видео. В общем, по ситуации тут, короче, две задачи. Первое, это чтобы они заявку приняли, чтобы именно четкое видео было. Второе, это минутное видео для СМИ и так далее. Именно уже красивое. Вот. И, в принципе, можно будет сейчас... Ну, в принципе, 1,3 нормально, да? Да, конечно. Тогда устроит. Смотри, тогда сейчас пока 1,4, у нас... Да? Ну там, ну, 1,3 железа. Я думаю, еще нету людей, кто больше километров приезжал. Нет, дорога была бы дальше была дорога. Я вот завернул сюда и не смог вот здесь. Вот я здесь остановился. Ну, вот так вот завернул. Блин, ребята, это священное место. Священное место рекорда мира. Не падай, не целуй, не надо. Ковид, блядь. Это ему продали кофе без маски, вы прикиньте только.
центре Москвы, в центре. Ну чего там, друзья, все, ну, короче, да, сейчас рекорд установлен. Будут отправлять они в ассоциацию, которая фиксирует данные достижения. 1.3 точно прошел. Леонид утверждает, что даже больше, но 1.3 железно. 1.3 точно прошел. Вы все видели сами, это было очень круто. Вот, нам тоже очень понравилось, поэтому поставь лайк, подпишись и наблюдай за нами дальше, потому что вот такие коллаборации с нашими друзьями, они полезны не только нам, но и вам. Вам лучше контента, больше контента. Правильно, Димон? Да, да. Все верно. Да, да. Что вы сказали? Мы, блин, сделали рекорд мира. Прикиньте, вы еще не сделали? Все, мы у регистрации. Димон, тут потеет камера, коньяка. Подожди. Я за рулем сегодня. Тут, я смотрю, ты Пашу привез. А Паша и так надо должен снимать видео. А тут уже пока мы отвернулись, рекорд сделали, да? Быстро. Блин, да, вообще, мы только за кофе сходили, раз уже, все, рекорд сделан. Так, давайте про конкурс. У нас сегодня будет конкурс. Будет? А мы сейчас тогда должны втроем встать все и объявить. Смотри, Леонид... он там стоит, он издалека. Крик. Будем конкурс мутить? Намного слушай, сложнее. Макс, ну вот я надеюсь, то, что ты сейчас будешь уже в книге рекордов мира состоять, да? Ну да. Как человек, проехавший на заднем колесе больше километра. Я надеюсь, то, что у нас вот точные показания, когда мы с компьютера получим, ну, да, это да. Будет 300 км, это будет просто... Ну да. Офигенный результат. И в честь новогодних вот этих праздников, всех каникул, да, корпоративов и так веселей. Евгений, Лень, можно вас сюда? Давайте для ребят все вместе вот сделаем приятный розыгрыш. Какой у нас розыгрыш будет? Что вы? Ну, условия. Самокат-то они держал для телефона. Держал твой, да? Не, я думал, мы покрышки. Или у нас гидроизоляция в Люксвилл. Короче, друзья, мы действительно решили разыграть самокат. Какой? Нет, что для этого сделать, Лень, что для этого? Да, я уже сказал, да, уже видео записал, ну как сейчас мы в общем говорим. 300 км железно проехали, да. Кто проедет хотя бы километр. Да вот километр. Хотя бы 30 метров. Это шутка. Позвольте, я вставлю словечко. Давай, давай, давай. Короче, я не знаю, будет в вашем видео или нет наша первая попытка на Кутузовском. Конечно, но мы проехали 300 метров, да. Это реально сложно. Особенно вот когда на тебя идет давление, вот это вот таксисты вся кидают. Но если вы будете на своем самокате делать, на вас будет психологическое давление. У вас не будет варианта упасть. Если вы падаете, у вас ломается самокат. Это тоже давление. Поэтому я считаю, 300 метров, если подписчики смогут проехать, это как бы достойно будет результат. Давай. Ну да, Макс профессионал, он знает какие цифры. Короче, тяжелые. Нам тогда нужна видеофиксация, что проехали 300 метров, и самокат будет в подарок. А какой? Сделайте сначала, потом узнаете. Но, еще момент. Конечно, они сейчас все сделают 300 метров, там 20 человек. Знаю. Вот, но... Не знаю. Первый, не, кто не, сделает. Не первый. А тот лучше самый красивый, да? Смотреть. Лучше тот, кто вот 300 сделали, да. Но если ты проехал, например, 500, а другие 300, тогда ему самокат, правильно? Да. Самокат, ну, да, подарим. Важно. Главное, присылайте видео нам, да. Да, важно, присылайте. Короче, мы выберем Дмитрию. Самого сильного и самое подарим. Главное, быть подписанным на канал Другин Лайф. Это самое главное условие нашего конкурса. Это я вырежу. Проехать я вырежу. 299. Короче, внизу в описании есть, куда тебе, электронная почта или Яндекс.Диск, куда тебе. Да скидывайте везде, контактные вам, нам, WhatsApp, куда. Скидывайте видосы, все в одну воронку. Самокат реально разыграем, подарим, честно, вручим. Здесь, в Москве, или отправим в ваш город, в любую страну счет. Мира. За наш счет, конечно же, да. Это вот такой вот. За их счет, короче. За их все, счет. Друзья. Еще самокаты. Пока-пока. Еще отступление. Если вы хотите реально научиться, вы можете зайти ко мне на канал. Это не реклама, просто реально, кто хочет, я сниму видео после того, как опубликуют рекорд. И как бы я скину там все секреты, как, может, это не так просто, но я просто все расскажу на видео, как это сделать. После розыгрыша. И вы выиграете самокат. После розыгрыша. Я думаю, я закину до розыгрыша. А то он слишком хорошо научен. Самокаты как пирожки так. Не, ну зато будет прикольно на сходке летом, прикинь. Все на задках такие едут. Да, это будет прикольно. Так что такие дела. И тот дед. Дед, как его зовут? Который ты на атлете с рулем. Сидух. Смотри. Можешь самокат выиграть. Как его зовут? Валера. Валера! Пришло твое время. Пришло твое время. Валера, ты где? Все, друзья, всем пока.
метров. Молоток. Смотри, смотри, короче, начали где-то через метров 15 ты встал на заднее колесо. До километра и тут прям по метрам щелкаю. Ага. А после километра кратно 100 метров. Ну, да, ну там 400 метров.